Чубук, а? Шибалов велел творить на Хамурскую, она справа. А? А черт, заметили. Грамотные черти так и лезут в дамки. Чубук, смотри направо, на Хамурскую. Около опушки что-то движется. Где? Да не туда, правее смотри, за озером. Около самой опушки. Все, парень, слазим, напоролись. На Хамурской батарее. Держи! Слушай, цыганок, а давай молока скипятим и попьем, а? Давай. А что это ты за песню играл, а? Понравилось? Ага. Сам придумал. Здорово. А как ты думаешь, а вот если бы я попробовал, у меня получилось? Почему нет? Получилось бы. Бориска! Гориков! Я здесь! Чего, Чубук? Пойдешь со мной? Пойду. В разведку, да? В разведку. Нет, раненых повезем. Шибалов велел. Их с собой брать нельзя.
Так а куда же мы, Хачубук? Отсюда пасека недалеко. Место глухое, хозяин свой. Так пойдешь? Пойду, Чубук. С тобой всегда и всюду пойду, а? Ну, собирайся. Ага. А маме моей сообщи, чтобы готовилась, значит, к зиме. И детишкам, Алена, сестрички, Нюрке, привет низкий. Да, жалко, что попы наврали. Нет у человека никакой души. А вот если бы была душа, интересно посмотреть, какая была бы жизнь у человека, а, Чубук? Должно быть интересное и очень-очень хорошее. А разве сейчас плохая? Вот у тебя. Смотри, как жизнь обернулась. Как? Ну, был ты сопляком-гимназистом, а теперь солдат революционной Красной Армии. Что значит жизнь обернулась? Да разве я ее не сам обернул, что ли? Значит, ты считаешь, что я вовсе не красный, да? А если бы она иначе обернулась, то я мог бы быть любого цвета, да? А ну, тихо. А чё тихо-то? Чё тихо-то? Тихо тебе говорят. Кругом идет такая великая война, и у каждого своя правда, своя революция. Понял? А я все-таки самую правильную выбрал, а? Как я? И самую справедливую. Революционную самую партию, а? Сам выбрал-то, Чубук, сам! Тихо ты. Тр-тр-р. Тр-р. Как будто что-то стучит впереди. Ага. Давай к винтовку. Да мешок захвати, лошади морду закрыть, а то еще заржет не кстати. Напоролись? Что там? Да ты лежи, держи-ка. Авось принесет. О, наконец-то! Здравствуйте. Где ж ты, вы задержались? Да заблудились немного. Ну ничего, ничего. Вот так мы с тобой поедем, там над речкой Клуня. Угу. Там вам спокойно будет. Угу. Катря! Неси, чего там наготовила-то? Ай! Цыганок! Куда же ты? В ногу? Ай-яй-яй-яй-яй, ну ничего, до свадьбы заживет. Сюда проходите, детки. Там у нас места много. Вот. А ты сюда. Вот так. Вот. Вот так. Так, 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 сыночек. Так, тихо. Тихо. Господи. Тихо. Вот. Вот. Ага. Вы тут отдыхайте. Тут у нас тихо, спокойно. Молочко, сальца, хлебец, цибулька. Кушайте, детки. Катря, кушайте. Дай я людям попрошаться. Зайду, наведаюсь. Ой, Господи. Ну, пойдем. А. Пойдем. Ну, нам пора. Чтобы не разойтись у брода с нашими. Но мы пошли. Ну, с Богом. Спасибо тебе, Чубук. И тебе, парень, тоже. Коли приведет судьба, встретимся.
Так всего хорошего, ребята. Поправляйтесь лучше. Хозяин надежный. Он вас не оставит. Место тут глухое, на отшибе. Будьте живы, здоровы. Пригодятся. Зря не трать. Дай вам счастья и победы, товарищи. Нужно ли мы обогнали наших? Ну что ж, придется обождать. Чубу, глянь, какая вода теплая, давай выкупаемся, а? Был такой случай у Хопра. Не то что двое, а весь отряд, человек 40, полез купаться. Но наскочили пятеро казаков, которых в речке перестреляли, которые на тот берег убегли. Так нагишом по лесу и скитались. А села там богатые, кулачок кругом. Куда ни сунешься, сразу видно, раз голый, значит большевик. Вот те и попляжились. Да, даже пригороженная. Дозор, дозор, дозор. Взор. Пылью придорожная. Затуманен взор. Чубук! Ты чего? Понимаешь, Чубук, у нас в отряде есть один боец, ну, который все время песни сочиняет. Тут революция, стрелять надо, а вот с этими песнями, а? Может, он больной или дурак, Чубук? Ну, это не солдатское же это дело. Ну, как ты считаешь, а? Ну, и сочинил. Ну, сочинил вроде. А ну, спой. Чего? Песню. Ну, Чубук, ну, я же не помню. Ну, там что-то, ну, травы на землю клонят, это, ветер тучи рвет. Да ну и, короче, ерунда какая-то. Тут война такая идет, а? Бьем белых гадов, а еще эта песня. Надо, чтобы она такая серьезная, победная, а? Победная? Ну? Хорошо б, конечно. Только ты не жди ее веселой победу. Раз-раз и готово. Нет. Наши победы тяжкие бывают. Ох, какие тяжкие. Вот ты сам теперь. Сам солдат революции, сам все кругом видишь. Легкая она победа. То-то. Потому и песня. Если выйдет она вот честная, подобной нашей борьбе, то тогда она станет очень даже нашим бойцам полезная и революционная. Да ну! Это значит, если ее сочинить, значит будут петь все, всем отрядом, да? Вот если... стоящий прорастет песня, то очень даже могут. Чубук, а ты поспи, а я здесь посторожу. Ха. Эй, правда, посплю, маленько. Только ты смотри, не засни. Ну, Чубук, я же понимаю.
еще. Нет. Красный идет. Это не то, да? По степи конница красный идет. Травы на землю клонится, ветер тучи рвет. А по степи конница красный идет. Так. Чубук, наши чубук! Вставай! Слышишь, наши чубук! Ваши! Где? Слышишь, вон наши, слышишь? Ага. Ура! Наши! Назад! Бегут! Ну и врезались мы с тобой, парнишка. Фу. А все я. Заснул, а ты как заорал наши. Но я спросил, не разобрал. Думал, ты разузнал все, а тут... Фу. Ну-ка. На. Палка. А это ж не винток теперь. Чубук, ну можете... Да нет, ей только свиней гонять. Ну ладно. Хорошо, хоть сам-то цел остался. А шинелька твоя где? Нету. Эх, гимназист. И шапку потерял. Ну ладно, пойдем. Бывает и так. Редко, но бывает. Бывает, что человек и своим умом дойдет. Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли. Так это как же, Чубук? Ведь я же сам. Сам, ну, конечно, сам.
Это тебе то кажется, что сам. Жизнь так повернулась, вот ты и сам. Отца у тебя расстреляли, раз. Из школы выгнали, два. Хорошим людям попал, три. Вот если все эти события откинуть, то до остального, может, ты и сам додумал. Да ты не сердись. Нашу, что ли? Теперь, видишь, караулить надо друг друга. Я возле тебя уж давно сижу. Теперь я вздремну маленько и двинем. А наши? Да они не могли далеко уйти. Ну, подвинься. Чей ты, я тебе спрашиваю? А? Стой! Держи! Стой! Куда-то? Куда ты? Куда, малой? Дай-ка кнут. Кнутом-то зачем? Связать его, чтобы он не убежал. Больно же! Ну, больно, говорят же, дурак! Ну ты! Вот!
Эй, староста! Кого это вы привели? Здравия желаю, ваше благородие. Да гимназистик какой-то. Гимназист? А зачем нам гимназист? Вот сумка его, ремень. Ну ладно, ладно, ступай, сами разберемся. Ваше благородие. Их благородие ждут. Вальд. Юрий. Боже, как ты стал похож на своего отца. Ну, военнопленный. Здравствуй. Черт бы их подрал. Ты как здесь? Явился защищать родину и отечество? Похвально. Похвально. Я прочел письмо твоей маман, полковнику Куренкову. Но, видишь ли, оно теперь тебе, к сожалению, ни к чему. Месяц тому назад полковник убит. Ну, ничего. Ничего. Накрывайте на стол. Слушаюсь. Ты что? Пришлось посидеть? Вот видишь, как бывает. Попал к своим и сразу в кутузку. Помнишь, как это в исповеди у Руссо? И понял я, что предпочитаю здоровую деревенскую кухню, как и здоровый деревенский воздух. По-моему, так. Да, прекрасные слова. Да, война может научить многому, мой друг. Например, ценить простые радости бытия. Да, именно сейчас, когда все горит и рушится, именно сейчас нельзя изменять своим привычкам. Вот, например, трапеза. Для меня это святое. Нет, это не еда, не прием пищи, а трапеза. Какое изумительное звучание слова. И такое русское, значительное, призывающее к сосредоточенности. Трапеза. И прошу заметить, что бы ни случилось во время трапезы,
Никто не смеет меня беспокоить. Дежурного аппарата. Слушаюсь. Сейчас передам. Ну что там еще? Господин капитан, на проводе Шварц. Черт бы побрал этого Шварца. Да-да, слышу. Сколько? Так, прекрасно. Нет-нет-нет, ни в коем случае не обнаруживайте себя. Ведите наблюдение. Будем брать Шибалова в кольцо. Хорошо. А, нет, вчера никак не мог. Чертовски болела голова. Что-с? Вот сопляк, опять на мизере. Я же ему говорил не садись за карты. Нет, он не застрелится. Хорошо, ждите моих дальнейших распоряжений. Ты братишка? Ротмистр Данилевского ко мне. И переодеть кадета. Чтобы как на царский смотр. Ступай. Ну, ты что сидишь? Давай-давай, бери-бери, ешь. Ну, смелей-смелей. Так. А я тебе чрезвычайно рад. Повеяло домом, миром, надеждами прошлых лет. Но, Моншер, тебе еще этого не понять. Не понять. А я бывал у вас в озерках во время маневров. Ты не помнишь меня? Вас? Нет. У нас тогда много офицеров было. Ну да, конечно, конечно. А ты тогда был вот такой. Буквально вот такой. Ну. А тетка твоя? Сестра мамы, кажется. Это такая Офелия. Розовое облачко, наяда. Она как сейчас? Она замужем была. За юристом. В Арзамасе. А теперь мы о ней больше ничего не знаем. Да. Страшное время. Кошмарное время. Всех разбросало. Ужасные стихии революции. Кто такой Гориков? Гориков? Не знаю. Сейчас. Вот здесь у тебя, на ремне. Нет, с другой стороны. Угу. А, ну это же не в форме бежать. Это я по случаю. На базаре купил. Мальчик, мальчик. Ты сам не знаешь, что ты совершил. Это подвиг. И не бойся этого слова. Да, кто там? А, я забыл вас представить, господа. Сын полковника Вальда, Юрий Генрихович. Ротмистр Данилевский, Алексей Кириллович. Я преклоняюсь перед памятью вашего безвременно погибшего отца. Я тоже. Да-да. Эти сволочи даже не посмотрели на погоны. И расстреляли его вместе с нижними чинами. Садись, мальчик. Садись, садись. Надеюсь, господа, вы подружитесь. Ну, а теперь, ротмистр, к делу. Приготовьте пакет капитану Вершинину. Отряд Шибалова прижат вот здесь, к реке. Они еще не знают, что они обнаружены. У них один путь. Ореховый брод. Совершенно верно. Вершинин перекроет им овраги и лес. Шварц, левый берег. А мы их встретим здесь. Разумеется. Вот и все. И наконец-то с отрядом Шибалова будет покончено. Как вы думаете, кадет, им удастся вырваться из этого колечка? Нет.
если их не предупредить. А мы не собираемся их предупреждать. Все. Разрешите обратиться, господин капитан? Еще что-нибудь? Сюрприз, господин капитан. Хороший ротмистр. Извольте. Что ж такое? Дорогая ложка к обеду. Ну-с, голубчик. Ну, я вижу, вы уже успели побеседовать. Так точно. И что же? Молчит. Ничего не знает. Совсем ничего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Что же это, федерать? Ну, ладно. Молчи, молчи, молчи. Смотрите, сами кое-что узнали. Для себя. А знаешь. Ты чего ж спрашиваешь? Небось, грамотный. Сами разбирайтесь. Ты не умничай. Отвечай, коль спрашивают. Да не знаю я, где отряд. А если бы знал, не сказал бы. Напрасно. Дозвольте. Ну что ж, продолжайте. Только без меня. Черт бы вас всех. Что, узнал? Прекрасно. Маленькая ночная серенада Моцарта. Прекрасно. Я ее везде вожу с собой. А то тут можно сойти с ума в 3 дня. Да я вижу, ты совсем спишь. А ну-ка, быстро пей и в постель. Ляжешь у меня. Там нет мух. Я приказал не открывать ставни. Ну-ну-ну-ну, быстро, 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 быстро. И в постель. Нечего чушь пороть. Хуже себе сделаешь. Хуже уж некуда. Сколько ж такого было? Хватит на первое время. Да. Ну хорошо. А коммунистов сколько? Ты коммунист. И ты коммунист, тебя спрашиваю. Да чего зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает. Значит, идейный. А ведь не ты на наших казаков у брода нарвался. Я в разведку ходил. Да так. Гулял. А кто еще с тобой гулял? Товарищ. И куда же он делся?
убег куда-то. В сторону. В какую сторону? В противоположную. Я тебе дам противоположную. Противоположную. Господи, ужасно это все. Он все равно ничего не скажет. А, впрочем, это не имеет никакого значения. Воды принеси. Ну, да. Помоги, помоги. На стол его. Не помрет. О, кадет. Вижу, непривычно вам наши хлопоты. Ну-ка, в постель. В постель, в постель, в постель, в постель. Спать, 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 спать. Ну-ка, вот так. Спать, спать, спать. Спать, спать, спать. Ибрагишка! Где тебя взяли? Наши казаки нашли на Забелинском лугу. Как это так нашли? Под лодкой спал. Агнец Божий. С винтовкой. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Видишь, как все для тебя неважно складывается. Ну, будешь говорить или хочешь к стенке? Не о чем нам с вами говорить. Это твое последнее слово? Зачем последнее? Последнее я скажу сынку моему, когда помирать придется. Ну и что же ты ему скажешь? А я ему скажу, держись, мол, сынок. Держись. Мол, по степи конниц красный идет. Это факт. Дорогу скажу, ты себе выбрал очень даже правильную. Сам выбрал. Факт это. Сам ее теперь и оправдывай. Одолевай. С товарищами, конечно. Время, брат, идет веселое. По степи конница красный идет. Ты это помни. И держись. Ну, хватит. Хватит лирики. Я в штаб. К вечеру вернусь и выступаем. А с этим что делать? С этим? В расход. Давай, давай. Впрочем, держите его до моего возвращения. Ну, давай, давай. Я с ним побеседую для прощания. Живи, живи. Слушай, смотри. Thank you.
Бери. Пришел посмотреть? Ну, смотри, смотри. Тебе это, наверное, в диковинку. Thank you.
хочешь, я вам расскажу, какой со мной или с одной графиней случай. Ей-богу, я, может, из-за этого случая в мировую революцию ударился. Такой случай, что ежели рассказать, так вы даже ушами захлопаете. Врать будешь, Федька. Но это твое дело. Хочешь верь, хочешь не верь. Документы предъявлять не буду. Было это 3 года тому назад. Ну, парень, я начал об этом говорить. Красивый был. Лучше даже, чем сейчас. И вот такая у меня судьба. Пришлось мне наняться в подпаске при графской экономии. А у графа жена была. Эмилии звали. Ну и гувернантка Анна Женет по-ихнему. И вот однажды сижу около стада у реки и вижу, идут обои с зонтиками. Это значит, от солнца огораживается. Ну, у графини белый зонтик, а у Женет красный. А похоже было Женет на сушеную тарань. Тощие, очки на носу, усики, зуба не было. И поэтому она все время шепелявила. Карловский, Карловский. А в стаде у меня бык был. Настоящий симментал. Порода такая. И вот, как увидел мой симментал красный зонт, как рванул он на жене, тут я вскочил. И что есть духу на перескок. Парни кричат, графиня в кусты, а жене, ну, куда ей деваться, так она прямо в воду сиганула. Стоит, дуровижи, дурочка, я бы зонт выбросить, она им от быка прикрывается. Я в воду вырвал у нее зонт, и симментала по роже, бац! Он зашатался за мной. Я вплавь доплыл до середины, выбросил зонт на другую сторону и... кусты. Да. Ну, там пастухи подбежали, загнали быка, жене-то из тины вытащили, а на берегу с ней обморок случился. Дай-ка. А как революция? Какая революция? Мировая революция, ты же обещал. Ну так погоди, обещал, обещал. Дальше будет так. Доктор Топ, командиру! Да сейчас. Ну, пока эта жена отходила, подходит ко мне графиня. Бледная, слезы в глазах и такое волнение в груди. Юноша говорит, кто ты? А я ей... пастух, ваше сиятельство. Зовут меня Федор, а фамилия моя Сырцов. Тогда она волнуйся, волнуйся, так тихо. Теодор. Ну, по их мне, значит, Федор. Теодор. Подойди сюда. Ко мне. Поближе. Федор, ты слышал, что я тебя звал? Ну, чего извольте, ваше благородие? Я тебе не ваше благородие. Я тебе не благородие. И ты мне не нижний чин. Но я командир отряда. И должен требовать, чтобы меня слушались. Ну? И не нукай. Послушай боевой приказ. Пойдешь впереди отряда головным дозором. Зачем дозором? Я ж на пузе все проползал. Нет здесь белых и не пахнет. Нет, пахнет.
Именно что пахнет. Чебука-то. С мальцом третью ночь нет. А ты говоришь, не пахнет. Дойдешь до Орехового брода, на тот берег не суйся. Дождись отряда. Через речку вместе будем переходить, как расцветет. Да. Возьми с собой кого-нибудь. Понял? Понял! Григорий! Гришка! Ну? И не нухай! Седлай двоих! Давай. Еще? Поле благодати. Естественно, Гриша. Только этой ночью нельзя делать. Месяц острым ножиком скалит. Еще одно. Давай, давай. Песня начинается на русском языке. Себе? Извини,